Мы находимся на заброшенном мосту в Дубовой роще. Слева от нас находится мост, дорога, машины ездят. Справа от нас видно речку Мокрая Московка. Эта речка впадает в Днепр. И там чуть дальше находятся прогулочные корабли стоят. Здесь люди уже особо не ходят. Мост, как вы видите, уже в полуразрушенном состоянии. Но, тем не менее, он еще существует. Речка в этом месте не глубокая. И видно, течение у нее не очень большое, потому что она зеленого цвета. Цветет. Вот так вот. Такие места есть в Дубовой роще. Заброшенные, интересные и красивые.